Глава республики Батухасика встретился с инструкторами из Калмыкии, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа. Он лично поучаствовал в практических занятиях и пообщался с земляками. Руководитель республики отметил, что визит дал ему возможность высоко оценить результативность образовательного процесса. Я сейчас вот посмотрел, поработал, зарядился. Молодцы, ребят. Будьте примером не только для молодежи, но и для всех наших земляков. Будьте сплоченными. Внимательно слушайте наставления ваших учителей, инструкторов и, соответственно, настраивайтесь на то, что сами будете этим делиться. Молодцы, ребята. Хасиков также поблагодарил команду за открытость и преданность делу, а наших ребят из Калмыкии за старательность и сильный дух. Я горжусь тем, что наши ребята, мои земляки, сегодня здесь. Происходит взаимный обмен знаниями, потому что ребята тоже имеет свой опыт, и этот опыт ценный. Я считаю, что каждая страна, каждое государство заинтересовано в том, чтобы в ней жили сильные, мужественные и профессиональные люди.